Всем мое почтение, друзья. И сегодня, 8 апреля 2022 года, стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по вокзалу города Краматорска. Более 30 людей погибло, более 100 раненых, и еще жертвы уточняются. И вот я хотел бы сказать, что в 2015 году я был на этом железнодорожном вокзале. Это был мирный город, несмотря на то, что буквально недалеко шло АТО. Война фактически шла. Это был мирный город до сегодняшнего дня, пока российские эти оккупанты не пришли и не разбомбили, и не сделали столько жертв. Лично я считаю, что это преступление. Преступление, делающее специально, чтобы отсечь возможность людей эвакуироваться. Это делается все не просто так. Это мое мнение. Я считаю, что вот это преступление, которое убило более 30 человек и загубило, сделало инвалидами других людей, это лишь преступление, которое тянет еще больше. Это преступление, которое, возможно, рассчитано на то, чтобы не дать людям эвакуироваться. Это просто, я считаю, беззаконие, что вытворяет Россия. Хотел бы высказать свои соболезнования родным, близким, друзьям, всех тех, кто погиб, а тех, кто ранен. Хотел бы пожелать им скорейшего выздоровления, потому что нету ничего ценнее, чем жизнь человека. Увы. Увы, этот нелюдь, этот человек, который упивается своим беззаконием, этот Путин, этого не понимает, и ему это не понять.